Не будет ошибкой, если мы назовем комплекс Пой-Келон центром Бухары, душой Мавераннахра и Хорасана. Строительство фундамента этого комплекса было начато Кутайба ибн Муслимом в VII веке, после того, как он завоевал Бухару. При этом он создал мечеть намного больше, чем мечеть Колон, которую мы видим здесь. Но и как все мечети, построенные в те времена, эта мечеть имела простой вид. Вымощенные песком стены подпирали прутья. Для имама была установлена ниша для указания направления к Мекке, и местами стояли теневые навесы из камышовой плетенки и шатров, защищающие от солнца. Эта мечеть вот в таком виде начала свою деятельность. Мечеть продолжала функционировать и после правления арабского халифата, саманидов и караханидов. Только во времена государства саманидов некоторые части мечети восстановили заново, заменив прутья глиной, глиняными колышками и кирпичами. Но в исторических источниках говорится, что большая часть так и осталась обнесена прутьями. Период правления караханидов Аль-Парслан одним из первых построил минарет Келон. Поэтому до недавнего времени его называли и минарет Келон, и минарет Арсланхана. Во времена нашествия монголов в 1220 году мечеть была полностью разрушена. Позже, во времена правления Убайдулла хана и Абдул-Азиз хана, одного из правителей шейбанидов, здесь велись крупные строительные работы. В частности, Убайдулла хан воздвиг величественное медресе «Мир Араб». Абдул-Азиз хан построил мечеть Келон в том виде, который мы сейчас видим. Конечно, эти сооружения в период правления аштраханидов и в годы независимости были заново реставрированы и обрели благоустроенный и живописный вид. Бухара – это край восхищений и чудес. Этот город, прошедший веками различные испытания истории, и возведенные там памятники старины, обители и монументы – завораживают каждого. Мечеть Келон – это одно из сооружений, доставшихся от великого прошлого в наследство сегодняшнему поколению. Эта мечеть имеет прямоугольную сцену. Ее просторный двор окружен купольным крыльцом. Общее здание мечети имеет 288 куполов, поддерживаемых 208 колоннами. Позднее колоннам с характерным монументальным внешним видом были установлены квадратные витражи, которые придали им более внушительный и живописный вид. В центре с четырех сторон двора расположены декоративные порталы. Огромный портал, обращенный наружу на восток, выделяется своей величественностью и пышным убранством. Этот портал оформлен в соответствии с национальными традициями и обычаями. Изящество различных рисунков, особый блеск его красок поражают воображение. Главный фасад мечети Келон обращен на восток, словно ожидая восхода солнца. Чуть выше расположен портал мечети, украшенный необычной мозаикой. Портал традиционно расписан аятами из Корана, национальными мотивами, изящными и красивыми орнаментами, а цвета идеально подобраны в соответствии с местными традициями. Во двор мечети ведут несколько ступенек. Внутри двора – два голубых купола. Мечеть Келон построили в 1514 году. Здесь одновременно могут совершать молитвы более 10 тысяч человек. Крыша мечети состоит из 288 куполов, и эти купола выполняют функцию воздухообмена. Каждый купол состоит из четырех порталов. Эта мечеть в свое время считалась самой большой и роскошной мечетью Мавераннахра.
Аяты священного Корана вы увидите на фасаде входа в мечеть. В частности, на верхней части ворот написаны аяты из суры Джума. Как мы видим, посетить мечеть Калон с целью ознакомления и паломничества приезжают мусульмане со всего мира, и туристы из Европы и других частей света. Мы прибыли вчера. Бухара – очень удивительный исторический город. Особенное впечатление оставили образцы великолепной архитектуры старины. Люди здесь очень дружелюбны, еда тоже очень-очень вкусная. Условия для туристов хорошие. Совершили путешествие и в Хиву. Очень довольны приездом. Мечтаем увидеть и другие уголки вашей страны. В благородной Бухаре очень много памятников старины. Каждый по-своему уникален. Среди них отдельное место занимает комплекс Пойкалон, который притягивает к себе всеобщее внимание. Любой, кто войдет в этот комплекс, сталкивается с величественностью минарета Калон. Минарет Калон занимает особое место среди подобных сооружений старины. Соответствие и соразмерность форм, архитектурная гармония, пышный вид и величие придают ему настоящую красоту. Если повернуться лицом к минарету, то справа будет мечеть Калон. Слева рядом стоит медресе Мир Араб. Все они составляют единый комплекс, отличающийся своеобразием своей сущности. Минарет Калон имеет 104 ступеньки. Длина от нижней части до верхней составляет 50 метров. Диаметр нижней части минарета Калон составляет 12 метров, а верхней – 6 метров. В прошлом минарет Калон выполнял несколько задач. Если одной из самых важных из них был призыв к совершению пятиразовых ежедневных молитв, то еще он служил маяком для караванов. А иногда при защите Бухары использовался как наблюдательный пункт. Мы приехали в Бухару, мы хотели посмотреть эту прекрасную страну, красивую, древнюю, и особенно уделить время Бухаре, потому что древний город, гостеприимные люди и такие достопримечательности. Вот эта площадь просто поражает. Башня старинная, мечеть, медресе, просто сказка. Гостеприимные добрые люди и шикарная кухня, плов, шашлык. Приезжайте в Бухару, всем рекомендую. Здесь мы видим, что к нам приехали гости из Российской Федерации. Они посещают город, где есть различные святыни и места поклонения. Мы знаем, что многие великие личности выросли на этой древней земле. Во время визита, осмотра этого замечательного и уникального города, мы также поделились с ними информацией об этом, постарались обогатить их впечатления. Я 30 лет не был в Узбекистане. Вернулся через 30 лет своим друзьям, и мы посетили Бухару. Он изменился в лучшую сторону. Прекрасный город, прекрасные памятники, масса впечатлений. Город очень понравился. Соответствуя своему названию, мечеть Калон является одной из самых больших мечетей Бухары. И то, что это место в исторических летописях отмечается как первая мечеть на территории Мавераннахра, свидетельствует о том, что она является величественным памятником. То, что в этой мечети давал уроки сам имам Бухари, султан знатоков хадисов, подаривший исламскому миру сборник самых достоверных хадисов, без сомнения, еще больше повышает ее историческое значение. Этот комплекс, наряду с тем, что в течение веков выполнял задачу мечети и кузницы науки, также служил и приютом для сирот,
отшельников и странников. В дворовой части мечети Колон есть четыре основных ворот. На его портале написаны суры из Корана. В правой и левой стороне мечети Колон расположены арки. Если мы обратим внимание на их верхнюю часть, то увидим, что здесь написаны хадисы, призывающие к познанию. Во дворе мечети находится восьмиугольный Кябра-Шахидон. После завоевания Бухары Чингисхан уничтожил городское население. В 1913 году последний эмир Бухары Амир Алимхан построил Кябра-Шахидон в память о павших жертвах. В Бухаре есть очень много мест паломничества, я и сам часто бываю здесь. Чтобы описать исторические пейзажи этих мест, не хватит слов. В Бухаре очень много святых мест, в частности, расположены святыни семи духовных наставников. Очень радуюсь, увидев здесь так много туристов и паломников. На самом деле нужно, чтобы каждый живущий в этом крае человек посещал эти места, созданные руками наших предков. Есть знаменитые слова Амира Тимура: «Если хочешь знать, кто мы, смотри на воздвигнутые нами строения». Вот мой друг Алекс приехал также с целью посмотреть, попутешествовать из Санкт-Петербурга. Невероятное ощущение, как будто до 5 веков назад в прошлое попал. Сказочный город, сказочный город, да? Сказочный город. Я надеюсь, мы скоро с вами тут картину какую-нибудь новую снимем, да, правда? Обязательно. Каждый человек хочет знать свое прошлое, историю, и это считается нашим долгом. Обращаясь к молодежи, если придете сюда и увидите эти места, эти здания, удивитесь, насколько они бережно сохранены. Совершить паломничество в эти места – долг каждого из нас. Бухара – очень красивый город, сказочный. Вообще не передать словами, как здесь клево, классно, красиво. Тихо, чистота, порядок, все спокойные, умиротворение. Очень-очень нравится. Классно у вас, хороший город. Я думаю, что это не последняя поездка сюда. Обязательно приедем. В Узбекистан мы приехали из Испании. Все, что видели в вашей стране, удивительно. Особенно своеобразные мечети, медресе и памятники архитектуры. Все они нам по душе очень понравились. Люди у вас очень открытые, на лицах всегда улыбка. Везде, где мы были, люди приглашали нас в гости, на плов. Оказывается, так приятно получать такое внимание. Этой нише 500 лет. На нише позолотой записаны аяты из Корана. Было непросто возвести эту нишу. При ее строительстве использовали жженый кирпич и облицовочные плиты для украшения. При создании ниши был применен уникальный архитектурный стиль древней Бухары. Ниши в Бухаре тесно связаны друг с другом. Для меня города Узбекистана, это древние города, это история тюрков. И для меня очень дорого это, поскольку у отца моего было такое желание проехать по этим историческим знаменитым местам, но, к сожалению, он не дожил. Я это желание его реализовываю сейчас. Важно посмотреть все исторические места, крепость, мечети. Доволен тем, что я сегодня в Бухаре, и призываю всех тех, кто проживает за пределами Узбекистана, из России, тюрков, и татары, и казахи, и другие национальности, приехать сюда, чтобы почтить и посмотреть память и историю тюркского мира. Я очень счастлива, что попала в этот замечательный исторический город. Очень рада увидеть такие достопримечательности. Мы из Ташкента. Очень гордимся, что у нас настолько развивается туризм и настолько много разных мест на сегодняшний день мы можем представить всему миру. Со
Часто задают вопрос, почему мечеть Колон окружена куполами. Причина тому, что мечеть состоит из 208 куполов, то, что в свое время проповедники, ученые, стоя возле этой арки, где нахожусь я, наставляли народ на путь благочестия, читали хадисы. В это время с помощью повторяющегося слова имама и этих куполов голос доходил до самых крайних частей мечети. То есть в каком-то смысле эти купола выполняли роль усилителя голоса. Вот сейчас мы сами будем этому свидетелями. Немного повысим громкость, и наш голос дойдет до половины мечети. Таким образом, голос будет слышен людям, находящимся в середине и в конце мечети. Мы из Германии. В Узбекистан приехали относительно недавно. Нам очень понравилось. Только вчера добрались до Бухары, очарованной природой и людьми этой страны. Архитектура удивительная. Первые впечатления от увиденного в Бухаре были очень яркими. Это один из городов, который нам понравился больше всего. Здесь очень тепло, климат нам очень тоже нравится, как и здешние люди. Здравствуйте, меня зовут Жил Мартина. Я из Франции. Уже несколько дней мы путешествуем по Узбекистану. Мы приехали из сельской местности, находящейся в сердце далекой Франции. Мы мечтали посмотреть Узбекистан, его исторические города и достопримечательности, которыми он славится на весь мир. Узбекистан в первую очередь удивил меня и моих друзей своеобразными памятниками старины, которые нигде больше не найдешь. Своими мечетями, медресе, поразительными узорами в этих сооружениях, а также яркими красками. Ни в одной другой стране я не видел такие прекрасные места поклонения. А здесь можно встретить много таких памятников. Все выглядит очень удивительным и притягательным. Вечером вместе с друзьями обсудим те красивые места, в которых побывали. Будем делиться впечатлениями с близкими. Мы довольны всем, что нам удалось увидеть здесь. Также нас очень обрадовала гостеприимность, человечность и открытость души узбекского народа. На их лицах всегда улыбка, они проявляют отдельное уважение к гостям. Они говорят, это туристы пришли посетить святые места в нашей стране и выражают свое доброе отношение к нам. И мы очень ценим эти качества. Что еще сказать? Я могу долго говорить об этом чудесном путешествии. Перечислять все те удивительные вещи, которые мы здесь для себя открыли. Что хотелось бы выделить отдельно? Кухню. Ах, точно, кухня. В 1997 году мечеть Колон в связи с 2500-летием Бухары была полностью реконструирована наряду со всеми памятниками города. На сегодняшний день по инициативе правительства Нового Узбекистана создана современная инфраструктура со всеми удобствами для туристов. Мечеть Колон внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. День сменяет ночь, а ночь приходит на смену дню. Так и летят года. Эти святыни и памятники старины на этой благословенной земле, наряду с повествованием о прошлом, будут и впредь освещать путь поколений, подобно факелу, сияющему в темной ночи.